Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Масаж, естетика обличчя та тіла важливі для тонусу, підтягненості і краси нашої зовнішності. Тож сьогодні ми розкажемо і покажемо вам, якими знаряддями праці керуються масажисти. Тому що до нашої студії прийшла Юлія Береза, масажистка і естетистка. Це взагалі чудово, що у нас є усі матеріали, ну майже всі, мабуть, так, якими користуються спеціалісти з такого профілю, і ми сьогодні зможемо детальніше поговорити про сам масаж і про те, як до нього можна ставитись. Юль, раді вас бачити сьогодні у нашій студії. Взаємно. Отож, масаж. Взагалі, які питання він вирішує і з якими проблемами найчастіше звертаються до вас люди? Ну, масаж решает очень много проблем. В первую очередь, это со здоровьем чаще всего, да, люди обращаются с болями всеразличными, головными, поясничными, но так как я больше массажист-эстетист по телу и лицу, я решаю больше проблемы эстетического характера. Шкира, так? Це шкира, да, это подтяжка, это антицелюлітні процедури. До речі, Юля, з приводу антицелюлітного масажу, взагалі, деякі фахівці говорили, що насправді це дуже така серйозна процедура, і сам целуліт – це така проблема медичного більше характеру. Да. Вот, кстати, это сейчас начали уже больше подходить с правильной позиции к целлюлиту, потому что раньше это считалось больше эстетическая проблема. Но я тоже склоняюсь к тому, что это медицинского характера, и нужно смотреть вглубь, потому что наше тело, наш организм, он нам сигнализирует и показывает нашим внешним видом, да? Состояние кожи, цвет, проявление целлюлита. Это говорит о том, что если он уже есть у нас, да, и смотря какая стадия, нужно смотреть вовнутрь, то есть решать проблему изнутри, потому что... Одно дело, когда это просто апельсиновая корочка, да, которая девочкам не нравится, но тоже она имеет место быть, потому что это показатель состояния нашего женского здоровья, гормонального фона. Не треба так хвилюватися да. И худнути, як дівчата от побачили щось там в себе, ага, все, я можу схуднути на 5 кілограмів, на 10, і часто ми зустрічаємо такі випадки, коли дівчата вже немає, вже їх не видно просто, вони худнуть і тануть на очах, і тоді дивишся і розумієш, що здоров'я вже немає, втрачено. Ось тут справді, мабуть, естетика важлива і масаж потрібний, так? Але ось так болісно ставитись до того, що з вашим тілом виходить, то не можна ні в якому разі. Да, болезненно не стоит, стоит просто обратить внимание на свой рацион питания, на образ жизни, конечно же, должен присутствовать спорт. И самое важное, это на самом деле не сам массаж в эстетике, да, решение целлюлита, а питание. Если у нас сбалансированное питание, у нас активный образ жизни, у нас не будет проблем з нашим внешнім видом. Ну, це якщо так нам від природи далося, так, ми стрункі, можливо, і ми собою займаємось, то надовго ми зможемо зберегти молодість. А якщо вже є, наприклад, целлюліт, є якісь проблеми, і людина хоче позбутись їх, то за який час це можна зробити? Як швидко за допомогою естетики, масажу, харчування виправити ситуацію? Як швидко? Це такий спорний вопрос і складний, тому що можно как и за 10 сеансов, но это самый короткий период, да, это если молодое тело, здоровый организм, просто вот где-то застоялся, и нам нужно улучшить работу нашей лимфатической системы. Больше всего нужно обращать внимание на гормональный фон. Если к нам приходит клиент, клиентка, да, 30+, 35+, мы должны обратить внимание на гормональный фон. Если это девушка, которая недавно родила, и у нее образовался целлюлит, мы понимаем, что это гормональный фон у нас нарушен, и нужно решать в первую очередь вопрос с гормонами. Эндокринная система, гинекология, и после уже помогать это с помощью массажа. Нормалізувати роботу лімфатичної системи, оттока лімфи, жидкості. Якщо це, наприклад, таке передчасне старіння, як то кажуть, коли з'являється багато зморшок, люди, звичайно, звертаються до естетиста в першу чергу, бо не розуміють, яка може бути причина. Чи справді вирішуєте ви такі проблеми?
Да, с помощью массажа можно улучшить внешний вид лица, и это, к сожалению, я не подготовилась, не принесла вам фото до и после одной процедуры массажа лица. Когда одна процедура решает? Одна процедура, да, решает проблемы, если это мимического характера, да, если у нас девочки, также мальчики обращаются, да, мужчины, к массажистам по массажу лица. И если клиент сидит все время часто за компьютером, либо морщится, когда при вождении автомобиля. Поганый зир может быть. Так. Да, ну и солнце, да, не применяются определенные аксессуары, да, там, очки. Тогда у нас круговая мышца глаза, она у нас все время в напряжении находится. И у нас появляются мимические морщины, как бы... Их можно решить за один сеанс. Ничего себе. А надолго? Да. Ну, тобто, чи... До первого же. То есть, если мы хотим тренировать наши мышцы и лицо, чтобы не входили, да, в мимическое состояние, это, конечно, нужно же процедуры и поддерживать от раза к разу массажем. А так это можно решить, конечно. Угу. Это же все мышцы. То есть, массажист работает с мышцами. Именно с кожей, с решением проблем кожи, если какие-то акне, либо еще какие-либо чистки, да, это занимается косметолог. Массажист решает вопрос с мышцами. Угу. И можно так в тонус ввести свои м'язи, что не потрібно буде створювати якийсь додатковий об'єм, там, чи не потрібно буде ходити до зали, можливо, довго, знаєте, як хочеться кубики, хочеться щось таке от зробити. Вот кубики, все, тут, конечно, нужен зал. Ну так, массажист, да, потому что массажист, если он может работать с мышцами лица, да, они у нас доступны, они мелкие, все здесь, то работа с крупными мышцами, то есть по телу, нам все равно нужно посещение спортивного зала. Но я, например, против того, что есть девочки, занимаются спортом, ходят, посещают спортзал, им это не нравится, им это вот не в кайф, они, потому что вот надо, вот я хочу быть стройной, красивой, да, подтянутые мышцы в тонусе. Просто нужно заняться любимым делом. Танцевать, не знаю, там, какие еще фитнес, да, есть всевозможные. Вот то, что лежит к душе. Потому что немаловажно еще состояние психосоматики. То есть ваше психоэмоциональное состояние. То если мы, да, делаем это с удовольствием, с радостью, нам это приносит кайф, и результат... Обов'язково буде, бо конечно. До зали ходить дівчина з напруженням, вона себе пересилює, да, кожного разу. Не з желанням. Ну так, і такий результат... Це стрес, організм испытывает стрес, і поэтому... Буде супротив. Так, да, він буде просто, він зажмётся в себе даже ту лишнюю воду, тот же жирок, да, который мы хотим сбросить, и он не будет работать. Живіт. От дуже часто дівчата, ну, особливо, мабуть, дівчата, для хлопців це проблема теж важлива, але вони, мабуть, якось її так при собі тримають. Але дівчата завжди говорять, там, в мене там зайвий живіт, там, скільки всього не роблю, зарядки, вправи, дієта, харчування, все є. А от живіт чомусь є проблеми. Ну, особливо, якщо, наприклад, жінка вже народила, в неї вже були якісь розтягнення. І, звичайно, тут шкіру потрібно доводити до такого стану ідеального. Так, можливо, масаж в такому випадку допоможе. Да, масаж поможе. Для этого є всі можливі процедури і ін'єкційні, и апаратные, и ручные, тот же скорбин. Ну, девочка должна понимать, что она тоже должна прилаживать к этому какие-то усилия. Какие, например? Тот же, например, сухой массаж щеткой в домашних условиях. Ага, ось що, є такі засоби. Що це таке? Да, есть вот такие средства, но я девочкам на сеансах массажа, да, на своем приеме рассказываю, как правильно пользоваться, потому что очень часто бывает, девочки приходят, и у них тело все в царапинах. Убите. В царапинах, да, либо побитая бамбуковыми палками. Но это применяется на массажном столе, скажем так, у меня, потому что ими нужно уметь пользоваться. А так, чтобы побить себе, то не подходит таке? Нет, побить не подходит, потому что почему? Когда мы сами себя, скажем так, бьем, да, мы перебиваем сосуды. Потому что удар идет, сосуд перебивается, если мы на него воздействуем ровно. Можно с синяками ходить. Да, ну вообще синяки – это неправильный подход либо массажиста, либо клиента, да, в применении самомассажа. Юль, а можна глянути так ближче? Будь ласка, да. Хочеться просто подивитися, наскільки вони. А вони, до речі, міцненькі такі, да, бамбукові. Це бамбук, він обробітаний, опалений.
он обрабатывается хорошо, то есть моется моющим средством, и потом обрабатывается спиртосодержащим. А як взагалі, як, що масажист робить? Такі маленькі повинні бути рухи? Да, то есть они частые и вот так? Именно, да, такие вытягивающие. Ага. И це ж, якщо людина сама може робити собі вдома? Да, она может, если она правильно будет по направлению. А направлення може бути різне, так? В залежності від того, яку м'язу ми пропрацьовуємо. Да, ну більше ми работаем з задней поверхностью бедра и с ягодичной мышцей. Немного мы приводим мышцы в тонус с помощью удара, да, потому что мы воздействуем больше всего на механорецепторы. И когда вообще мы работаем с телом, мы не забываем, что первое, с чем мы работаем, это с нашей нервной системой. То есть она контролирует все процессы работы в нашем организме. То есть гипофиз, он отвечает, вообще руководит, это, как знаете, такой центр, да, вот как камеры в студии, они руководят, они снимают, вот так и нервная система, то есть гипофиз, он у женщины 60 гормонов, да, которые в организме, и вот он все их контролирует. Угу. И когда мы воздействуем на любую зону, неважно, если у девочек нарастают ушки, да, то есть это свидетельствует о том, что наш мозг, компьютер, он не видит эту зону уже, он ее просто заблокировал. И нам нужно улучшить в этой зоне кровообращение, то есть достучаться до нашего мозга, что, дорогой, вот, обрати внимание на эту зону, здесь нужно... Побити бамбуковими паличками. І бамбуковими паличками, і руками, і мочалочками, то есть все возможне. Ага, а як вони, як вони працюють? Вони, я дивлюсь, такі досить такі міцні. Да. Ну, я кожній клієнтці своїй даю домой для уходу. Можна відкрити, да, так? Подивитися, да, просто хочеться глянути, які у них зубчики і як вони виглядають. Да, вот зубчиками більше хорошо работать на атонічну кожу, то есть вот именно дряблую, животики, которые у нас обвисают. Ну, це можна зробити круговими такими рухами чи не обов'язково? Круговими, либо лінійними, это уже все равно. Угу. Жінка сама працює так, вона не боїться, що вона може пошкодити. Ну, треба, без фанатизму займатися такою справою. Так, без фанатизму я розказую, як спочатку ми починаємо більш вот такою крупною, да, працювати іменно в душі. Тобто в душі на гель, либо на мило, на средство, воно буде скользити. Угу. И после, когда у нас тело разогрето, либо в бане это можно применять, мы применяем вторую сторону, да, более мелкую, она такая довольно жесткая и колюченькая. Да, такая колюча, но да. Когда мы ее под горячую воду... Тримаємо під гарячою водою. Буквально 2 хвилини, і вона буде більш м'яка. І не така травматична. Так не можна зашкодити. Це ж можна собі повідшелушувати. Зашкодити можна всім. Так, я, Юль, так вже зрозуміла, що тут головне милі руки. Тут головне, дівчатки, не захотіти дуже усердно і сильно себе натирати і збавитися від целлюліта. Тому що на самом деле... С помощью щетки, там, мочалки, да, массажной, мы от целлюлита не избавимся. Это, опять же, да, возвращаемся, это питание, это дефицит калорий создать, да, не можем сами, обращаемся к диетологам, к специалистам, да. И они нам помогут создать дефицит калорий. Юль, у вас тут такие снаряддя серьезные. Да, это... Хочется про них больше поговорить, что же это такое. Ну, таким точно можно зашкодить. Если бамбуковая палочка еще так себе, то тут уже металл. Да, это с инструменты для проведения массажа, с инструментальной мобилизацией тканей. То есть этот блейд называется... Да, в переводе с английского лезвия, он работает на фасцию. То есть фасция – это вот когда мясо покупаем, да, и есть такая белая пленочка. Угу. Вот это называется фасция. И вот фасцию мы не проработаем ни с помощью рук. То есть точечно где-то мы можем, но нам же нужно проработать все тело, потому что если у нас где-то застой жидкости, скажем, таким понятным языком, да, то есть происходит залипание тканей. А каждая ткань у нас должна... жить своей жизнью, то есть быть свободной. И когда мы проводим сидячий образ жизни в офисе, либо вообще школа, учеба, офис, там мы сейчас работа, сидимо, да, багато сидимо, ты больше зараз. Карантин. Да, получается застой ткани, и происходит такое залипание. И соединительная ткань, вот эта фасция, она начинает разрастаться, уплотняться, то есть она состоит из коллагеновых волокон, да, это более плотные. И
происходит залипание тканей. И вот, например, в одном месте у нас происходит залипание тканей, здесь у нас скапливается лишняя жидкость, которая в процессе со временем превращается, назовем так, в болото, которое стоит в нашем теле, и от этого происходит у нас воспаление подкожно-жировой клетчатки, и появляется тот же целлюлит. Потому что жировая клетка, да, она в первую очередь, она у нас нежирно растает. 60-80% нашего тела, когда мы поправляемся, это вода. Она разбухает, она передавливает, то есть адипоцит, жировая клетка, она разбухает, передавливает нервные окончания и кровеносные сосуды, капилляры, и у нас нарушается питание, питание ткани. І от з помощью масажа, з помощью блейдов ми вони улучшаємо. Різні, так? Вони, мабуть, підходять для різних частин тіла. Да. Різні частки тіла. Плюс, це на самом деле дуже маленьке кількість. У вас є більше? Штуки. Да, їх взагалі йде видів 16-18. Это украинское производство, это нержавеющая сталь медицинская. Ну, видно, что так, такий серьезный материал. Я просто покажу хоча б щось. Это видно, для лица. Це для обличчя, так? Видно, що вони різної форми і мають спеціальні такі зазубрини. Можна дістатись до тієї частини тіла чи обличчя, яка вам потрібна. Да. Ну, насправді, це добре, що є зараз багато засобів, і естетисти, і так само масажисти можуть ними користуватися. А найголовніше, я скажу, навіть не в тому, що вони є, ці всі засоби, а в розумінні, що робить масажист. І справжній професіонал повинен розуміти, з чого що почалося, так? Яка причина, яка проблема, що привело людину до масажиста і як потім далі з цим працювати. І, Юль, наостанок, скажіть, будь ласка, виходять люди червоні від вас? Це болить чи це не болить? Чи це помітно приємна процедура? Ні, це помітно приємна. Буває, да, коли боль, але боль должна быть правильная. Если вы на массаже испытываете боль и получаете от нее удовольствие, что у вас облегчение происходит, да, боль может быть сильная, например, да, если точечное воздействие, и вы чувствуете, что ваше тело освобождается, это правильная боль. Если в процессе сеанса вам хочется ударить массажиста, это неправильная боль. Ой, Юлечка, от стільки всього розповіли, стільки всього показали. Ну, саме мало тепер, времени, я розумію, що хотілося, і у вас є величезний багаж знань, яким ви хочете поділитися, але на сьогодні це просто колосальна така вийшла у нас програма. Багато чого ми дізналися, і найголовніше зрозуміли, що потрібно ставитись обережно, з розумінням до тієї справи, з якою ви зіштовхуєтесь. Прийшли на масаж, ви повинні розуміти, як треба і до себе ставитись, і до масажиста, і взагалі, які процеси повинні бути. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії, розібрали все, розклали по поличках, і хочеться, щоб справді більше було здорових людей, ну і справді слідкувати за своїм здоров'ям, за своїм тілом і за обличчям дуже важливо. І хочеться, щоб ми всі з вами розуміли це і були ще здоровішими. Тож зустрінемось за декілька хвилин.